Проректор по научной деятельности, директор Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ Денис Нургалиев ответил в прямом эфире на вопросы журналистов и зрителей о своей профессиональной деятельности. Трансляция прошла 26 июня на нескольких онлайн-площадках. Конечно, мы говорили о том, как вообще наука в университете движется, как мы стараемся сохранить молодых ученых в Казанском университете, да, какие мы предлагаем для этого действия, делаем для этого. Какие гранты сегодня Казанский университет выигрывает вот в России, какие перспективы исследований, как вообще, скажем, вот повлияла пандемия вот на научные исследования в целом, да? То есть что мы начали развивать по новой, что мы увидели, какие направления новые появились. Немалая часть вопросов была посвящена нефтяной сфере. Мы поговорили о нефти. Что нефть, из чего складывается цена нефти? А что произошло в связи с пандемией, с нефтью, да? И вообще, какова роль науки, нефтедобычи, нефтепереработки, нефтехимии? Вот как ученые наши участвуют в развитии вот технологий нефтегазовой отрасли? Казанский федеральный университет еженедельно проводит мероприятия в формате онлайн. В прямом эфире выступают представители руководства университета, ученые и общественные деятели. Предыдущий эфир был посвящен приему КФУ в 2020 году. Тогда на вопросы зрителей отвечал ответственный секретарь приемной комиссии Казанского университета Олег Бодров. Записи всех программ доступны на сайте телеканала Универ ТВ и на нашем YouTube-канале. Повтор сегодняшнего стрима смотрите в субботу на телеканале Универ ТВ. Камиль Гемоздинов, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.